25 августа в учебно-тренировочном подразделении прошло занятие для сотрудников администрации. Тема обучения – внедрение производственной системы «Росатома 5С» в работу с документооборотом для уменьшения временных потерь при оформлении и рассмотрении обращений граждан. На занятии преподаватель и слушатели постарались наметить основные проблемные моменты и выработать конкретные методики устранения ошибок и временных потерь на рабочих местах. Производственные системы, они направлены на сокращение времени протекания процессов. То, что у каждого человека есть свои задачи, обязанности, и чем быстрее, качественнее и лучше он их делает, тем лучше всем окружающим. То есть здесь как раз вступает в силу взаимоотношения поставщик-заказчик. И вот именно такие примеры с производственной системой Росатома, то есть будь то применение системы 5С или борьба с потерями, то есть вот такие примеры пытаемся донести до работников администрации. С системой ПСР я знаком еще по работе на Смоленской атомной станции, я проработал 12 лет, и можно сказать, что внедрением системы ПСР начинал заниматься вот с самого начала ее появления на Смоленской АЭС. Потом была 5С система непосредственно документооборота и порядка на рабочем столе. И что хочу сказать, что система ПСР, как система бережливого производства и 5С, они дают очень хорошие результаты в плане поиска потерь, в первую очередь, личного времени, времени то, которое тратится на взаимодействие с подрядными организациями для Смоленской АЭС или с жителями нашего города для администрации. Поэтому внедрение бережливого производства в администрации нашего муниципального образования, я думаю, даст хорошие результаты. Мы будем стараться для того, чтобы нашим жителям было комфортно приходить в администрацию, им уделялось то внимание, которого они заслуживают, и в то же время это не мешало работе непосредственно специалистов администрации. Проведя небольшой анализ с нашими коллегами в администрации, мы уже нашли несколько болевых точек, те, которые, я думаю, мы сможем улучшить для того, чтобы работа администрации в системе документооборота, в системе работы с жителями принесла свои плоды и только улучшалась в будущем. Самый главный момент – это то, что идея – это не что без внедрения. Мы должны понимать, кто это будет внедрять, каким образом и за счет каких ресурсов. Поэтому в нашей работе, безусловно, можно много чего внедрить. Это общение с жителями, это документооборот, это непосредственно вот прохождение всех документов по администрации, какие-то административные регламенты. Может быть, где-то можно уменьшить сроки прохождения, сроки согласования. Если все будут понимать, зачем это внедрять, то, конечно, изменится. Конечно, изменится. Потому что, вот опять же, на что нацелено сегодняшнее занятие, это на понимание, для чего это нужно мне, для чего это нужно моему подразделению, для чего это нужно всей администрации. После того, как это понимание появится, и должен быть какой-то план, должна быть стратегия, мы по этому плану должны двигаться. Да, конечно же, оно поможет в моей работе. Много я для себя отметила и буду применять на своем рабочем месте. Мысли появились, будет проведена организация для улучшения с обращениями граждан, непосредственно касаемо приема, личного приема главы граждан. Во времени 15 минут, которые принимает глава, их очень мало, потому что люди приходят с одним вопросом, начинаются проблемы, вопрос за вопросом, один за одним, время растягивается, человек не укладывается в свои регламентированные 15 минут. Соответственно, создается очередь, у людей появляется негатив, и, соответственно, задерживаются сами специалисты, которые, допустим, должны выполнять какую-то текущую другую работу. Производственные системы «Росатома» универсальны и дают возможность любому специалисту разработать методики и организовать свое рабочее место с большей эффективностью.